большое преступление – это призывать людей к независимости и свободе. Прямой путь к хаосу и взаимоуничтожению. Я просто не ведал, что творю. Теперь я понимаю. Позвольте, я прямо сейчас им всем скажу. Вы что, действительно думали, что моя миссия пробудить вашу самостоятельность? Вы что, совсем тупые? Удел массы быть покорной, питать иллюзии и страхи. При неумелом обращении свобода разорвет вас. Бойтесь свободы! Я все правильно сказал. А теперь то, что я действительно думаю об этом. Дело в том, что в жизни есть одна маленькая, но очень важная фигня. Однажды дети вырастают. Ну, становятся чуть выше, чуть свободнее, чуть образованнее своих отцов, понимаете? Они уже не хотят стоять в бесконечных очередях. Но мы выносим невыносимый мусор. Дети хотят чего-то большего. Но папа на их свободолюбивое «я» говорит, что мнение последней буквы алфавита его не волнует. Идея проста. Система контролирует вас, пока вы одинаковые. Но если каждый начинает думать не по лекалу, у системы не хватит ни рук, ни методов, ни правил, чтобы отшлепать всех. Вы разрываетесь между романтикой противостояния и желанием приспособиться и выживать. И вот тут-то вам и дают по зубам. Встань в конец, ты последняя буква. Но внимание, высший и самый неуловимый пункт – это всего лишь умение в любой ситуации оставаться собой и гордо нести свое «я», как знамя. И речь тут совсем не о чувстве собственной важности. Большим можно оставаться и будучи маленьким. Не помню, кто сказал. Ау. Да-да, именно так. От простого к сложному. Для начала, везде, где только можно, нужно писать «я» с большой буквы. В документах, в письмах, в блогах, в статьях. Везде. Это ведь так просто. Но скоро вы убедитесь, как это сложно. Ведь во многих языках «я» пишется именно так. Для всех же остальных, повторяю. И пусть каждый не просто подумает, а искренне примет решение, готов ли он идти со мной дальше.